В 6 российских регионах превышены эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ, в том числе и на Ямале. Об этом сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. И это несмотря на то, что по данным Роспотребнадзора, нынешней осенью и зимой прививки против гриппа сделали более 37 миллионов человек. В нашем регионе ОРЗ и гриппом болеют около 6500 человек, 144 госпитализированы. Причем Ноябрьск – лидер по числу заболевших. С гриппом и ОРЗ здесь слегли почти 1400 человек. В большинстве случаев страдают младенцы и дети до 6 лет. На эти категории приходится треть зарегистрированных случаев заболевания.